Привет, с вами Эмиль Карлсон, город Зальцбург. И вот вы видите такие фонтанчики прямо на улице. Одна из центральных улиц Зальцбурга. И вот такие фонтанчики. Просто смотрите и наслаждайтесь. Если понравилось, сразу ставьте лайк, чтобы мне тоже было приятно. И можете посылать ссылку друзьям, чтобы они тоже посмотрели мои видео «Путешествия». Я называю свой канал «Путешествие юмор». У меня садится батарея, но вот уже для моих подписчиков из последних сил снимаю. Хотя батарея уже, по-моему, села. И вот здесь я покажу, значит, вам обзор Зальцбурга. Если все-таки батарея там 5%, может быть, что-то и снимет еще. Вот отсюда я пришел. Магазин «Саламандер». Реклама какая-то. Катя Кабанова. Я так понял, что какая-то мода, что ли. Написано «Катя Кабанова». Интересно. Вот такой обзорчик. И вернемся к нашим фонтанам. Я снимаю это видео в августе. Август 2022 года. Как видите, многие уже без масок ходят по улице. Ну что, если хотите, пишите комментарии. С вами был Эмиль Карлсон.